Здравствуйте, друзья. Первый акт, так сказать, сегодняшней драмы – это открыть коробку и достать, и что там в ней лежит. Нет, ну надо сначала объяснить вообще, о чем речь идет. Вот, это то, что ты сейчас сделаешь. Давай. Да. Значит, ну, как бы здесь в Америке вообще-то копченая, как бы, индустрия рыбы не очень сильно развита. Копчение. Значит, в основном тут все, что можно купить, это красную рыбу горячего копчения, которую мы не очень как раз любим. Ну, в русских магазинах есть что-то? Ну, вот, да. Ну, в общем, это здесь не очень популярно. Угу. Но коптильни, тем не менее, продаются, потому что американцы очень любят коптить свиные ребрышки. Нет, и рыбку тоже любят. Рыбу нет, а вот свиные ребрышки, там, это сам иногда курицу и так далее. Хорошо. Значит, у нас тоже есть коптильня, мы так немножко балуемся осетринкой, изучаем рецепты. А тут вот я нашла вот такое вот устройство, которое называется коптильня, которое можно использовать в доме и прямо использовать ее на плите сверху. Да, вот причем тут написано вот с этой стороны. Так. Вот, что она использована профессиональными поварами по всей стране, чтобы создать замечательно копченую еду на любой... На огне, на любой, на источнике тепла. Да, на любой поверхности. Так. Вот. Ну и вот, значит, тут написано, из чего она состоит. Значит, вот это, собственно, сама посудка, да? Давай доставать, чем мы так будем. Ну, да, давай. Значит, у нас газовая плита. У нас газовая плита. Но, в принципе, они пишут, что даже можно и на электрической тоже ее использовать. Угу. Давай. Анпекинг мы делаем. Да. Так. Даже без ножа мы что-то все делаем без всякого ножика. Так. Так, вот у нас есть, значит, эта штучка у нас выглядит. Это что такое? Подожди, ну не пиши. Она так как бы на рельсиках там, да? Значит, она задвигается, да, на рельсиках. Это крышка. Это крышка. Так. Значит, что здесь есть? Вот это две коробочки. Это, собственно говоря, древесная стружка, которую мы насыпем на дно. Причем... Стружка или вот эти вот это для аромата? Нет, дело в том, что принцип действия вот этой вот штуки, он построен на том, что тут стружка почти как порошок. Ее нужно буквально чайную ложку. Это ароматизирующая? Это древесина, которая начинает коптиться от нагрева. Начинает дым давать. Она начинает давать дым. Поэтому она должна быть можно очень... можно глянуть внутрь что-то? Ну, мы сейчас глянем, конечно, мы сейчас... Ну, если тут лежит, и именно этим займемся. Значит, решеточка, я понял. Значит, вот на дно сюда. Решеточка. Это сюда стекает гадость всякая. Нет, значит, вот смотри, сюда на дно кладется, все это вытирается, должно быть сухим. Так. Сюда на дно посыпается вот эта стружка, которую мы откроем. Да? Дальше на нее сверху кладется вот этот судок, на который будет, собственно говоря, стекать то, что будет вытекать из рыбы. Да. Здесь вот есть даже книжечка с рецептами. Да? Да. Значит, они рекомендуют застелить это все фольгой. Рецепты. Так. Они рекомендуют застелить это фольгой, чтобы не было грязным оно. Угу. Не пачкалось. Вот. Так, и... поставь, наверное, туда. Ну, там нужно сначала насыпать. Вот оно идет вот сверху будет. На ну, эти хорошо. Санты. Вот. Она сверху на нее уже идет. Вот это решеточка. Решеточка, давай. Ножками вниз, видимо, у нее ножки так она есть. Ставится. Вот у нее тут есть 4 ножички. И сюда кладется, значит, то, что будет коптиться. А дальше, значит, уже вот эта крышка. Да, дальше уже эта крышка. Значит, мы будем сегодня экспериментировать. Я нашла тут рыбу, которая похожа на... Это мойва. Ну, она, это другое название, но, в принципе, это мойва. Угу. Вот, я ее купила замороженную, уже без головы и почищенную. Угу. Значит, она у нас лежит... Показать можешь мойву? Я могу, но ее еще нужно подготовить немножко. Так. Ты холодильник не показывай? Нет, холодильник мы не показываем. Мы только тебя показываем, как ты в него заглядываешь. Так. Значит, вот я ее засолила. А, так ты ее уже растаяла ее? Да, я ее растаяла и засолила. Давай, давай. Вот она тут соленая, но мне нужно ее отдельно подготовить. Ну, ты можешь ее в судок? Ты? Вот. Ну, она у тебя в судочке. Ну, не в судочке, она тут в мешочке. В мешочке. Судочки, ее нужно помыть еще, ее нужно просушить. И я еще, ну, вот она, рыбка, вот она, хорошая, без головы, все почищенное, все, никаких внутренностей нету. Угу. Вот, замечательная рыбка. Мойва. Отлично. Так, давай туда, вот, тут пакет, я считаю, пакет. Паунд, то есть это полкило. О, друзья, вот она. Вот да. Она. Вот, мы сейчас ее промоем. Значит, и попробуем закоптить. И попробуем ее закоптить. Значит, у нас для копчения еще есть один интересный агрегат. Угу. Которые мы можем тоже показать. Мы сейчас им будем пользоваться? Мы будем пользоваться, потому что дело в том, что чтобы ее закоптить, так. Поскольку тут нет внутреннего термометра, мы не знаем, какая температура здесь будет, да? Да, у нас есть термометр. Они пишут
что нужно поставить на среднюю комфорку, да? Да. Среднюю мощность, но дальше нам уже нужно как-то понять, готова она или нет, правильно? Угу, да. Вот, поэтому у нас есть термометр, который нам придется засунуть в эту руку. Я, честно говоря, не очень понимаю, как мы это сделаем. Потому что... подожди, это, допустим, в середину утки суют. Ну, А тут-то куда? Вот нам придется ее как-то проткнуть, чтобы... Рыбку? Чтобы как-то понять, какая там температура, потому что иначе мы не поймем, готова она или нет. Я сегодня только читала идеи и инструкции, что нужно рыбу коптить до... готовить до 160 градусов Фаренгейта. Угу. На самом деле, я даже вот осетрину делала, и уже 145, она уже, получается, передержана. Да? Перекопченая. Да, а вот этот вот прибор, он вообще-то очень интересный. Да, это одно устройство передающее, а другое устройство принимающее. Да, то есть вот этот прибор, он соединяется со щупом. Угу. Да, вот так вот он соединяется с ним. Щуп отправляется в рыбу. Дырочка вот так. Так. Щуп отправляется в рыбу, и эта штука находится снаружи, и через маленькую дырочку, тут тоненький совершенно проводочек, он соединяется с ним. А вот со вторым устройством можно уйти куда-то в другую комнату, и он будет показывать температуру этой рыбы. Да, беспроводная связь. Да, такая. Это очень удобно, и мы сейчас попробуем вот этим всем воспользоваться. Ну хорошо, значит, мы делаем некоторую подготовительную работу, и потом снова соберемся. Да. Вот, друзья, чем мы сейчас занимаемся, я рыбу уже промыла и промокнула полотенцем, но поскольку она лежала в соленой воде, то, соответственно, она воду выделяет постепенно. Вот даже она просушена, все равно видно, что она влажная. Мой собственный опыт показывает, что коптить рыбу хорошо, когда она по суше. Поэтому вот я использую вентилятор для того, чтобы ее просушить. А для чего нужно, чтобы она была по суше? Когда рыбка сухая и она коптится, из нее выделяется меньше соков, вытекает. И она больше сок содержит в себе. Вот она немножко сейчас еще проветрится. Вот. И после чего я это все намажу сиропом клена и топленым маслом. И тогда можно будет уже это все коптить. Мы с вами, друзья, смотрим на пришедшие в упаковке коробочки с, не знаю как назвать, опилками, гранулами, которые, это собственно, пилки, коптят. Да. Значит, на одной написано хикари. Я, честно сказать, не знаю, как по-русски. А это ок, дуб. Да? Да. Значит, мы для рыбки возьмем хикари. Да, значит, они пишут, что нужно взять 1-1,5 столовых ложки. 1-1,5 столовых ложки. Давайте попробуем ее просто открыть для начала. Ну-ка. Да, я думаю, что мы возьмем сначала 1 ложку, потому что у нас рыбки мало. Мало. В общем-то. Да, всего паунд рыбки. Давай. Ну, такие маленькие. Труха такая, я бы сказал. Ну что же, давай. Да, она легко начнет дымиться. Так это не столовая ложка. Да, так нормально. Нормально. Вот так, и они говорят, насыпь тут по центру. Ты уверена, что по центру, а не развести там? Вот они говорят по центру. Потому что там, где будет огонь, она должна. Хорошо, хорошо. Вот. Да? Значит, вот мы это... Закрываем. Закрываем вот эту крышечку. Угу. Вот, значит, у нас здесь... Давай положим уже. Мы прикрыли ее немножко фольгой. Да? Да. Так что, когда будет что-нибудь течь, оно на фольгу будет. То есть легче будет мыть потом, я бы сказал. Значит, теперь вопрос в том, как рыбку вот я немножко просушила. Я рыбу немножко просушила. Просушить рыбку – это как, Свет? Дело в том, что когда она лежит в соли, а соль, естественно, вызывает влагу на поверхность. Понял. Если ее не просушить, говорят, просто обмакнуть полотенцем. Но мой опыт показывает, что если этого недостаточно, нужно немножко воздуха просушить. Хорошо. Вот я вижу, что тут какое-то желтенькое на ней. Да, это я ее смазала сначала сиропом клена, чтобы тоже закрыть поры, и чтобы ничего не выходило. И сверху топленым маслом помазала, чтобы оно не прилипало к сковородке. Но я смотрю, что вот сковородка тоже какая-то желтенькая такая. Это ты помазала ее топленым маслом. Да. Теперь нам бы неплохо засунуть туда какую-то градусник. В одну рыбку засунуть градусник. Потому что они говорят 20, потому что, я не знаю, с риском для рыбы попробовать 20 минут. Не знаю, не хочется сырую есть и не хочется это передержать ее, поэтому... Держи камеру, я буду засовывать. Давай. Так. Значит, это щуп. Ты можешь его вытащить пока что, он тебе для прибора не нужен. Вот, попробуй
аккуратненько. Главное, чтобы рыба... Дело в том, что рыба-то небольшая совсем. Ты знаешь, что для того, чтобы щуп воткнуть, нам хватит. Нет, но нам нужно знать, готова ли рыба. Поэтому надо понять, в какое место втыкать, чтобы она была индикатором того, что рыба готова. Светик, я думаю, что втыкать надо в серединку. Так. Ну, ближе к кости, наверное. Так, смотри, чтобы он не вылез с обратной стороны. Нет, не вылезет. Все. И положи ее куда-нибудь по центру. Нет, ты покажи, что получилось-то. Вот. Вот мы ее навязали сюда. И положи ее так, чтобы как-то оно нам идентифицировало это самое. Вот, серединка. Давай остальную рыбу сверху насыпать, да? Нет, нет, ни в коем случае. Нет, нет, нет. Каждая рыбка должна лежать отдельно на расстоянии друг от друга. А то есть это, может быть, ей это не под углом класть? Нет, ее, конечно, надо класть не. Подожди, но она так падает. Давай, значит, давай, нужно положить, давай, очевидно, туда. Вот так, потому что иначе она будет проваливаться. Давай. Уж больно она маленькая у нас получилась. Ну, Свет, естественно, что так, надо было бы положить. Эту рыбку мы положим в самом конце, вот так вот. Окей. Хотя, ну да, у нас вот это задвигается в эту сторону. Хотя нет, правильно. Свет, разберешься, клади пока. Не, рыбку. Подожди, это очень важно, откуда будет идти этот щуп. А. Надо же уже так закрыть, чтобы он мог выйти откуда-то, правильно? Угу. Так. Правильно было бы дырочку для этого иметь. Ну, послушай. Конструкции. Вот конструкции дырочки нет. Угу. Вот мы так это все положили. По технологии, друзья, положено полуприкрыть крышкой и 5 минут прогреть на конфорке. Так, чтобы пошел дымок, да. Так, чтобы пошел дымок, чтобы задымились стружечки вот эти вот. Так, мы смотрим, как Светлана включает плиту. Вот она. Вот он огонь. Вот он. Огонь, так его не видно, он такой голубоватый. Все. Так, а это просто вот дует. Да? Шум, который вы слышите, это вот здесь. Ну да, вот чтобы у нас этим запахом. Да. Чтобы подумали, распространялось. Ну, ну что, ждем, ждем, друзья, пока. Ждем, пока задымится. Давай, приборы. Значит, так, это передатчик. Это передатчик, да? А это приемник. Вот мы включаем передатчик. Включаем передатчик. Так. Вот он нам показывает, что это. 106,97, да. 80. Да. Он там, видно, соображает. Так, 60, 67, 62. Так. Так, а это приемник. Ну, что-то он пока не... Ага, вот он, 62, хватило. Да, значит так. Давай нам... На ножку можно его так выставить. Ой, ой, ножка выпала. Тихо, 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 тихо. Сейчас поставим на место. Да. Вот. Все на месте. Так, все. Значит, приемник есть, передатчик есть. Да, и вот здесь вот стоит, что на рыбе температура 140. Это то, что уже... Откуда он знает, что мы рыбу? У него есть при это самое такие... То есть уже знает, что... С этим, да. 62 градуса. Значит, оно, когда задымится, мы должны слушай, сделать маленький огонь. 62 градуса внутри рыбки, это фактически, да, Фаренгейт, это минус 32. Да, это будет 30 пополам, ну, это 15. Да. То есть рыбка, я бы сказал, что там у нее прохладненько. Да, она была из холодильника. Да. Вот она начала дымиться, начала дымиться. А ты где-то дымится? Меньше огонек, да, она дымится. Реально дымится? Ну, да, 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 я вижу, пошел немножко дымок. Мы сейчас мы... Закрываем. Да, я понюхаю сейчас. Так, ребята, дымок аромат, приароматнейший, да. Дымочек. И надо засечь время. Так, мы его закрыли на совсем, но дымок-то будет, дымок-то будет. Вот для этого нам очень пригодится вытяжка, вот эта красивая, большая, симпатичная вытяжка. Вот. И сколько нужно времени, Света? А вот это мы сейчас узнаем. Дело все в том, что на такую маленькую рыбку нет рецептов. Да. Поэтому нам именно нужен индикатор, который нам покажет, какая температура рыбы. Угу. Чтобы она не была ни сырой, ни такой. Поэтому... Ну, то есть не говорят, что вот там 20 минут. Они говорят, например, что стейк, то есть как бы кусок красной рыбы весом в 1 паунд или 1,5 паунда должен печься 25 минут. То есть один кусок вот такого веса, как вот эти мелкие. Немножко рыбы. Больше, 1,5. Да. Ой. А что это происходит? Ну, уж не знаю, там это как-то оно настраивается. Немножко выросла температура, 64 градуса. Но оно не должно быть очень горячим, правильно? Рыба же не коптится. Значит, рыба коптится очень горячим, ну, от 160 до 250 градусов по Фаренгейту. Ага. Температура копчения. Но в этой, поскольку в устройстве нету градусника, то мы не знаем, какая температура. Я поставила сейчас очень маленький огонь. Едва-едва огонь поставила. И дымок идет. Вот видно, что он здесь идет. Вот видишь, вот уголка. Ну, когда вы понюхали. Дымок изумительный. Ой, слушай, такой сильный дымок. Сильный дымок, понюхай, но как пахнет. Света, как пахнет.
Как в песне «Дым костра создает уют». Искры гаснут в полете сами. Да. Так что вот, а градусник-то, видите, друзья, уже 65 градусов. Да, вот в продолжение разговора я тут сижу за своим компьютером и там делаю видео. А тут вот у меня, значит, вот сейчас я наведу камеру, так он там подмигивает. Вот, ну, наверное, вы видите там, да, температурку, вот она, уже 90 градусов. Прошло, может быть, в общей сложности, а он там показывает, сколько прошло. Прошло 9 минут 20 секунд, и температура выросла с 62 Фаренгейта до 90, что на самом деле еще немного. То есть там надо хотя бы 160, но оно так потихонечку подтягивается, вы видите. Вот так, что можно не стоять там у плиты, а издалека так наблюдать. Вы видите, друзья, что экранчик стал зеленым. И это говорит о том, что мы приближаемся. Сейчас 126 градусов. И когда совсем уже совпадет, то тогда будет красным цветом. Вот. Смотрите, какие у нас тут волшебные предметы. Надо снимать это все. Это моя волшебная палочка, если кто не знает. Да. Все, волшебной палочкой Светлана выключила плиту. Мы, честно говоря, в некотором раздумье, потому что наш опыт вообще в копчении не включал никогда вот таких маленьких предметов, таких маленьких рыбок. С большой рыбкой мы как-то подумали, что больше времени было бы более, ну как, разумно. А тут так, вот... Ну хорошо, давай будем теперь что смотреть, делать? Что у нас получилось. Ну давай, а как смотреть? Ну как откроем, как да. Вскрытие покажет. Так. Да. Так. Ну а что ты двигал ты его? Ну потому что мне неудобно туда, далеко. Ну и что можно сказать? Ну, рыбка явно приготовилась. Обидно, да? Ну, вот эти явно, вот про это не могу сказать, потому что тут воздух подходил холодный. Угу. Ну, можете. Ну, вот эти, вот это явно готовы рыбки. Желтенькие такие, красивые. Я только не уверен, что они именно закоптились. Но, в принципе, копченую рыбку надо есть холодную. Ну да, мы сейчас вот вытащим. Горячая, как бы не очень уместно. Нет, слушай, нет. А мы можем глянуть, что стало с трухой? Давай, сейчас, давай сейчас. Мы возьмем, может быть, приподнимем эти два за два уголка и посмотрим, что там с трухой несчастной. Вообще это все сейчас я вот это уберу. Да. Тут все горячее. Угу. Оно даже так неудобно брать-то. Да. Так. Неудобно. Нет, неудобно, потому что оно. Так. Ну такие испепелились. Смотри, что получилось. Таки да, испепелилось. Там, правда, вот сбоку немножко там как-то сползло. Вот. Так, такое ощущение, Свет, что мы вообще использовали всю мощь. Или ты думаешь, она могла бы еще там дымить? Ну, что ж, друзья, я думаю, что мы закончим на этом. И мы тут кусочек маленький тут попробовали. Она не горячая, правда? Она не была горячая, она не холодная, конечно, чтобы так вот ее употребить, но она не была горячая. Как будто бы вот эта рыба запеклась. Чисто внешне вот тут справа пожелтее, чем вот тут слева. Да. Ну, может быть, надо как-то ее по-другому раскладывать. Ну, посмотрим. Во всяком случае, ждем до завтра и смотрим, как она употребится уже в холодном виде. А вам всем спасибо за внимание и приятного аппетита.